Write it down. Hi guys, welcome to my channel. It's me, Tatiana, and today we continue speaking about past simple tense, especially about regular verbs, and today is part two. Привет всем! Сегодня мы продолжаем говорить о прошедшем времени, в частности, о неправильных глаголах прошедшего времени. И сегодня поговорим о неправильных глаголах там, где вторая и третья форма одинаковые. Сразу хочу сказать, что и таких глаголов очень много. И я не смогла их все оформить в одну лекцию, поэтому ее поделила на две. И вот сегодня мы возьмем первую часть. Назвала ее неправильный глагол, первая часть. Вот вы видите перед собой, как обычно, таблицу. Вторая и третья форма одинаковые. Четвертая колонка, как обычно, это у нас перевод. Я вам говорила, да, что у одного глагола может быть ни одно и ни два даже значения. Поэтому, если вы сомневаетесь в контексте с переводом, смотрите в словаре, уточняйте, какой еще есть перевод у того или иного глагола. Эту таблицу вы можете скачать внизу, оставлю ссылочку, как обычно, можете пользоваться. Лучше ее, конечно, распечатать. Конечно, не все глаголы, которые здесь есть, вам пригодятся на начальном этапе. Многие, например, вот замолиться, умолять, в основном идут в сказках, например. Вот, конечно, если вы будете их читать, то встретитесь с этим глаголом. Конечно, вам сейчас на начальном этапе потребуются наиболее употребимые, такие как, например, строить или покупать и так далее. Но со временем, как только вы освоитесь в языке и будете дальше его изучать, я думаю, эта таблица вам пригодится. Ну и теперь начитаю глаголы, чтобы вы правильно их произносили и выучили. Ba-bad, bad. Baby-sit, baby-sat, baby-sat. Band, bent, bent. Beseech, besought, besought, or beseeched, beseeched. Некоторые глаголы имеют две формы. Есть американский вариант английского и британский вариант. Поэтому в текстах можете и тот, и другой встретить. Эти оба варианта правильные. Имейте в виду. Bite, beat, beat. Bind, bound, bound. Bring, brought, brought. Bleed, bled, bled. Bless. Blessed, blessed. Breed, bread, bread. Build, built, built. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Creep, crept, crept. Cleave, cleft, cleft. Or cleaved, cleaved. Cling, clung, clung. Dig, dug, dug. Dream, dreamt, dreamt. Dwell, dwelt, dwelt, or dwelled, dwelled. Gainsay, gainsaid, gainsaid. Grind, ground, ground. Get, got, got. Feel, felt, felt. Feed, fed, fed. Find, found, found. Fight, fought, fought. Flee, fled, fled. Fling, flung, flung. Have, had, had. Hen, hung, hung. Or hand, hand. Hear, heard, heard. Hide, hid, hid. Hold, held, held. Inlay, inlaid, inlaid. Keep, kept, kept. Lay, laid, laid. Lead, led, led. Lean, learned. Lean. Lean, lent, lent. Or leaned, leaned, sorry. Leap, leapt, leapt. Or leaped, leaped. Learn, learned, learned. Leave, left, left. Lend, lent, lent. Light, lit, lit, lighted, lighted. Lose, lost, lost. Make, made, made. Mean, meant, meant. Meet, met, met.
Misunderstand, misunderstood, misunderstood. Mow, mowed, mowed. Outfight, outfought, outfought. Overshoot, overshot, overshot. Pay, paid, paid. Plead, pled, pled. Proofread, proofread, proofread. Read, read, read. Retell, retold, retold. Rewind, rewound, rewound. Ну и на этом все. Это первая часть. Скоро выйдет второе видео, поэтому следите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание.